Жара продержится в Новосибирской области до конца рабочей недели. На территории региона местами температура воздуха будет подниматься до 30 градусов и выше. Об этом предупредили в МЧС. В таких погодных условиях могут начаться природные пожары, произойти нарушения в работе системы электроснабжения, а также затруднения работы всех видов транспорта. Также спасатели призывают во избежание несчастных случаев не купаться в водоемах в жаркую погоду.